Здравствуйте, в эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 21 июня. В студии работает Андрей Тен, и так коротко о главных событиях. В Караганде стартовало единое национальное тестирование. В ближайшие три дня его сдадут более 5000 карагандинских выпускников. С прошлого года ЕНТ не является обязательным. Его сдают лишь те, кто намерен поступать в отечественные вузы. Автобус сгорел в жилом дворе дома номер 23 на улице Зональная, а в 12-м микрорайоне в пожаре погибли два человека. Специалисты противопожарной службы разбираются в причинах. Системные ошибки, которые допускают судебные исполнители и уполномоченные органы, привели к низкой эффективности взыскания в бюджет. По результатам проверок в отношении должностных лиц заведено 7 уголовных дел. В Караганде стартовало единое национальное тестирование. В ближайшие три дня его сдадут более 5000 карагандинских выпускников. В первый день тестирования родители будущих абитуриентов рассказали нашим корреспондентам о том, что они ожидают от важного экзамена. Миновав тщательную проверку металлоискателями, будущие абитуриенты проходят в аудитории, в которых установлены глушители сотовой связи и камеры видеонаблюдения. По традиции казахстанских школьников перед началом единого национального тестирования проверяют не хуже, чем при входе в Белый дом. К ответственному мероприятию готовятся не только сами школьники, но и сотрудники вузов, где проходят тестирование. Сегодня Карагандинский экономический университет встречает 490 выпускников. Подготовку университета уже успела оценить специальная комиссия. Вчера приехали комиссия Министерства образования и науки Республики Казахстан. Они проверили всю материально-техническую подготовку, базу, все пункты, правила проведения и дали положительную оценку для проведения единого национального тестирования. Я думаю, совместная комиссия Министерства образования и государственная комиссия, работая, мы сегодня успешно проведем первый день единого национального тестирования. В столь важный и ответственный для выпускников день последние наставления спешат дать их учителя. Подбадривают и родители. Многие считают, что волноваться школьникам не стоит. Разумеется, если на протяжении года те готовились и прилежно учились. Все-таки за год подготовки, я думаю, что у них волнений не должно быть очень много, потому что как бы все изучили, все прошли. Я считаю, что те знания, которые они получали в течение 11 лет в стенах школы, сегодня им пригодятся. Я хотел бы пожелать нашим детям успехов, хладнокровия. По прошествии нескольких часов толпа ожидающих встретила первую волну школьников, завершивших тестирование. Будущих абитуриентов переполняли смешанные эмоции. Многие сошлись в том, что сегодняшние задания значительно отличались от пробных тестирований. Но, несмотря на это, школьники сумели преодолеть волнение. Мы проходили много пробных тестирований. Задания, конечно, отличаются. Вопросы были другие, но я справилась. Вопросы, которые были на пробном ЕНТ, не попадались, но было что-то схожее. То есть, в принципе, это все программа школьная. То есть, не очень было сложно, но некоторые моменты ты забываешь, все помнить нельзя, естественно. Вот. Но немного было сложно все-таки. В этом году в Карагандинской области ЕНТ сдадут 5815 человек. Следующие два этапа тестирования состоятся 23 и 24 июня. Для этого предусмотрено 15 пунктов. Напомним, первое ЕНТ в Казахстане проводилось в далеком 2004 году. С прошлого года данное тестирование не является обязательным. Его сдают лишь поступающие в отечественные вузы. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Открытый источник огня стал причиной пожара в 12-м микрорайоне Караганды, который унес жизни 40-летнего мужчины и его 5-летнего сына. Пожар произошел в минувшую среду во второй половине дня. На момент прибытия пожарных подразделений в двухкомнатной квартире, расположенной на 4-м этаже, происходило горение мебели и домашних вещей на площади 20 квадратных метров. В горящей квартире были обнаружены погибший мужчина и его малолетний сын.
Из квартиры, расположенной этажом выше, была спасена пожилая женщина, которая получила отравление угарным газом. Женщина была госпитализирована. Вместе с тем, из подъезда из-за сильного задымления были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей. Принятыми мерами пожар был полностью ликвидирован в 16:25. Всего в тушении пожара было задействовано 24 человека личного состава и 6 единиц техники. В этот же день во дворе жилого дома по адресу улица Зональная, дом 23, происходило горение автобуса. В этом случае никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Пожар был ликвидирован в 19:36. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 13 человек личного состава. Причина пожара на данный момент устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории. Системные ошибки, которые допускают судебные исполнители и уполномоченные органы, привели к низкой эффективности взыскания в бюджет. По результатам проверок в отношении должностных лиц заведено 7 уголовных дел. Об этом шла речь в областной прокуратуре, где состоялось заседание коллегии. Более 3 миллиардов тенге задолжали бюджету жители Карагандинской области. В основном это штрафы, налагаемые судом. Глава областного надзорного органа отметил, что на эту сумму можно было бы построить 5 жилых домов или 10 детских садов. Здесь даже вопрос не столько в доходе, потому что штраф, наверное, как доход, как статью дохода для бюджета неправильно рассматривать. Здесь основной вопрос – это то, что люди не несут наказания, правонарушители не несут заслуженное наказание. То есть не работает принцип неотвратимости наказания за правонарушение. Соответственно, нет профилактического эффекта. И лицо, понимая, что нет ответственности, он не несет наказания, он спокойно может дальше продолжать свои правонарушения. Результаты прокурорских проверок показали, что 78% невзысканных административных штрафов приходится на органы госдоходов и Департамент внутренних дел. На протяжении 8 лет Управление административной полиции ДВД области не принимались меры по взысканию 237 тысяч штрафов на 5,3 миллиарда тенге. Сроки давности исполнения по ним истекли, но производства не прекращены до настоящего времени. Материалы на принудительное исполнение органами внутренних дел не направляются, либо направляются с нарушением предусмотренных законом сроков. В ходе заседания коллегии были названы основные причины этой проблемы – халатность, волокита, нежелание заниматься своими прямыми обязанностями. С отчетами выступили руководители юстиции и региональной палаты частных судебных исполнителей области, а также Департамента внутренних дел. Многие согласились с критикой, но отметили, что не все так однозначно. Есть объективные причины. К примеру, очень сложно взыскать штраф с иностранцев. В марте прошлого года в Комитет административной полиции мы направляли письмо об оказании содействия в запрещении въезда иностранцев на территорию Казахстана до погашения штрафов. Согласно ответу о законе о правовом положении иностранцев расписано, что иностранному гражданину действительно запрещается въезд в наше государство, если он не оплатил штраф. Однако отсутствует механизм реализации указанных норм закона. Для решения данного вопроса КАП направлено было письмо в Министерство юстиции. Вопрос остается пока открытый. И в апреле текущего года мы повторно отправляли письмо. И тем не менее, по результатам проверок в отношении ряда должностных лиц заведено 7 уголовных дел. Мерами надзора удалось добиться окончания 235 исполнительных производств на сумму более 21 миллиона тенге. По итогам заседания коллегии обозначены задачи и меры по устранению нарушений. Андрей Теншал, Карл Тынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них 3 дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В
Карагандинской области ведется работа по реализации каждой социальной инициативы президента. Среди студенчества определена потребность нуждающихся в общежитии. Она составляет свыше 2700 мест. В этом году под общежитие колледжей будут реконструированы 3 здания. В следующем году планируется начать строительство 4 студенческих общежитий. Об этом сообщили на заседании общественного совета. В настоящее время обеспеченность общежитиями иногородних студентов в Караганде составляет около 50%. Именно поэтому региональный общественный совет по контролю над выполнением 5 социальных инициатив главы государства выбрал наиболее важным строительство новых студенческих общежитий. Эта проблема стоит остро и актуально, поскольку порядка 70% студенчества – это в основном иногородние. То есть обеспечение их общежитием является на сегодня актуальным вопросом. На заседании совета было отмечено, что на сегодня технический и медицинский университеты уже представили свои проекты. Определены места для строительства новых общежитий. Их планируется возвести в течение 2 лет. Отвод земли провели? Провели. Внешние связи все есть. Подключили. Технические условия все продлены. В общем, у нас все как бы идет вот года, по плану. Года два. Но не только строительством новых общежитий можно решить проблему студенчества. Руководитель управления образования отметил, что уже сегодня выделены деньги на капитальные ремонты и реконструкции общежитий для средних специальных учебных заведений. Также вы все знаете, что Ерлан Джакадов перевел наш колледж Атимбета с бывшего здания по Терешкова, центра крови, в более такие условия. Это в Каргу на юго-востоке здание Каргу. Поэтому высвобожденное здание административное колледжа также реконструируется под общежитие. Это 25 миллионов также выделено денег. И мы в августе откроем 2 вот этих общежития. И оставшиеся 300 мест, это тоже пошли по механизму ГЧП, тоже для всех известно, это банковский колледж на юго-востоке. Там на 300 мест мы используем механизм ГЧП, это аренда у частного предпринимателя на 300 мест, он нам предоставляет места, мы выделяем деньги из бюджета под проживание наших студентов. Напомним, что в Карагандинской области месяц назад был создан общественный совет по контролю над реализацией 5 социальных инициатив президента. В него вошли представители партии, Ассамблеи народа Казахстана, неправительственных организаций и других институтов гражданского общества. Андрей Теншал, Карл Тынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 3 карагандинцам присвоили звание «Почетный юрист Казахстана». В преддверии 20-летнего юбилея органов государственной службы в Караганде побывал Серик Акылбай, председатель Союза юристов республики. В канун празднования 20-летия государственной службы звания «Почетный юрист Казахстана» удостоены 3 карагандинца. Нагрудные знаки вручил председатель Союза юристов Казахстана Серик Акылбай. Наверное, оценка нашего труда, как я говорю, в этой системе, как пришел молодым следователем, 30 лет бессмертно, работая, никуда не уходя. И, конечно, благодарен руководству за то, что оценили наш скромный труд. Хорошо оказаться в нужное время, в нужном месте. Я думаю, что какой из руководителей моих коллег в департаменте юстиции может попасться получением вот этого звания. Поэтому звание почетного юриста удостоен и Айдар Сайдбеков, заместитель начальника Карагандинской академии МВД. Председатель Союза юристов страны высоко оценил работу всего профессорско-преподавательского состава и пожелал дальнейших успехов. На торжественном собрании отметили, что адвокатская система в стране с каждым годом обновляется и становится доступной для населения. Работа в этом направлении будет продолжаться. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
Программа управления заболеваниями успешно внедряется в Карагандинской области. Цель проекта – улучшение здоровья пациентов путем использования наилучшей клинической практики и повышения ответственности граждан за свое здоровье. В течение недели работники поликлиник будут обучаться основным принципам ведения хронических больных. В Казахстане программа управления заболеваниями апробируется с 2013 года. Пилотный проект был задействован в Карагандинской области, в Караганде, в Темиртау, в трех поликлиниках. Сегодня перед разработчиками и медиками стоит задача о повсеместном внедрении новой программы в области. Эта программа уже, в принципе, в области стала почти родной, потому что мы работали в пилоте по трем организациям. Это у нас первая и четвертая поликлиники Темиртау и поликлиника горбольницы номер один. Три основные нозологии у нас там – это сахарный диабет, АГ и хроническая сердечная недостаточность. Программа управления заболеваниями – это новый формат диспансеризации больных хроническими заболеваниями. Не случайно выбраны три направления. Среди взрослого населения Казахстана 40% имеют артериальную гипертонию. Сердечная недостаточность – это тот синдром, который усложняет лечение любого недуга. 9% населения страдает от сахарного диабета. К тому же это наиболее затратные заболевания, и накапливаются они десятилетиями. В этих случаях необходимо привлекать самих пациентов к активной форме лечения. Значит, самые главные принципы программы управления заболеваниями – это комплексный мультидисциплинарный подход. То есть не только узкие специалисты должны заниматься этим заболеванием, да, кардиологи, эндокринологи, но активное, значит, участие врача общей практики. Врача общей практики, медицинской сестры, особенно той, которая занимается профилактической работой, психолога, социального работника, ну и самого пациента. Согласно программе, врачи и медсестры должны регулярно отслеживать больных хроническими заболеваниями. Эффективность подобной программы доказана на опыте развитых стран. Уменьшается затратность, а предупреждение осложнений уменьшает процент заболеваемости. Подобный обучающий семинар – не разовое мероприятие, а подробный курс по внедрению программы управления заболеваемостью во всех поликлиниках Карагандинской области. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В областном казахском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина завершился 86-й театральный сезон. На закрытие карагандинцы сумели насладиться показом спектакля «Каракоз» Мухтара Ауэзова. Осенью театр имени Сакена Сейфуллина открыл свой 86-й сезон спектаклем «Каздаусты Казбекби». Завершением же сезона стал показ трагедии Мухтара Ауэзова «Карагоз». Год для театра, признанного очагом культурной жизни региона, выдался плодотворным. Творческий коллектив с размахом отпраздновал 85-й юбилей своего второго дома. Последовали призы во многих международных фестивалях. Театр выступил перед взыскательной публикой на выставке «Экспо-2017». Рассказывая о 86-м сезоне, в зоне директор театра Сансыз Байбек Булатов не может скрыть гордость, которая его переполняет. В этом году наш театр посетил Румынию, где проходил масштабный международный фестиваль. В нем приняли участие представители 26 стран. То, что Казахстан представлял наш карагандинский театр, большая честь и повод для гордости. Мы доказали всем, что театральное искусство в Казахстане на высоком уровне. Я могу с уверенностью сказать, что 86-й театральный сезон был полон радостных моментов, побед и достижений. Спектакль «Карагоз» для закрытия театрального сезона был выбран не случайно. Постановка не раз получала восторженные отзывы от зрителей разных стран. В 2013 году в Белграде спектакль «Каракоз» получил награду «Бронзовый Дон Кихот». А во время показа спектакля на сцене Астанинского театра высокую оценку профессионализму артистов дал премьер-министр Республики Татарстан. История несчастной любви девушки по имени «Каракоз» не может не трогать сердца влюбленных в театр людей. Следует подчеркнуть, что творческий коллектив театра вносит огромную лепту в сохранение и приумножение культурного наследия народа. Для жителей сельских местностей казахский драматический театр устраивает показы совершенно бесплатно. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
В предстоящую субботу, 23 июня, свой уникальный тренинг в Караганде проведет Радислав Гандапас. Участникам расскажут ключевые алгоритмы и скрипты успеха. Тренинг пройдет в центре бокса имени Серика Сапиева. Радислав Гандапас – ведущий российский бизнес-тренер. Он работает с огромными аудиториями, издает бестселлеры. Он самый известный в СНГ тренер по лидерству, ораторскому искусству и личностному росту. Единственный в России, он трижды был признан лучшим в профессии по результатам года. Автор 9 книг и 14 фильмов по лидерству и ораторскому искусству. Вся теория подкрепляется живыми и яркими примерами. Именно поэтому участники точно запомнят все ключевые алгоритмы и скрипты успеха. Простыми словами, будет рассказано о том, какие стратегии помогут получить деньги, статус, время и энергию. Как быстро обрести и навсегда удержать достигнутый успех. А практические задания будут выполняться в мини-группах. В свободной тренинговой атмосфере легко можно будет познакомиться с бизнесменами из разных отраслей и другими интересными людьми. В Караганде Радислав Гандапас представит тренинг «Профессиональный и личный рост. Скрипты и алгоритмы». Вам кажется, что вы работаете слишком долго, а успеваете слишком мало? Постоянно заняты, но не совсем продуктивны? Как делать только то, что действительно нужно? На эти и многие другие вопросы ответит Радислав Гандапас 23 июня в центре бокса имени Серика Сапиева с 11 до 19 часов. Все подробности можно узнать по телефонам, которые вы видите на экране. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания.